Всем привет, друзья! Приветствую на канале Санек Кладоискатель. Снова мы в лесу, который нас радует, огорчает. Очень интересный, загадочный лес. И первая находочка у нас. Это у нас пятак. Советский пятак. Год, я не знаю, вам скажу или нет, но это ранее, это до 35-го. Можно сразу увидеть. Вот такой вот пятачок. Освещение слабое еще у нас, потому как на дворе 7 утра. Сейчас попробую его почистить. Покажу. Как я, собственно, и подозревал, 1930 год. Но, тем не менее, хорошая монетка. Идем дальше. Целая, хотя бы не поеденная. Сигнал как фольга. А это не фольга, а это выпадает монетка. И монетка это у нас 10 копеек щитовик. Какой год, интересно. Ой, тут все залипло. Все печально. Очень грязно. В конце видео покажу, помою их, покажу. Такая маленькая копеечка, а такой сильный сигнал. И глубоко было. Самое главное, что... А сигнал отличный вообще шел. Сейчас мы вытрем. Немножко я поела. '57 год. Такая вот копейка. А тут монетка прямо у поверхности была. Вот чуть-чуть подковырнул. И вот она торчит. Вот она монета. Что-то какая-то она совсем убитая. Похоже на поздний совет. Да, что-то такое страшное. Бросим ее в баночку, может откиснет, к концу копа покажу, что это было. И снова монета, и походу это опять какой-то шлак. Какая-то советина поздняя, скорее всего. Ну вот она обросшая, ничего не видно на ней. Поэтому очень времени мы на нее тратить не будем. Пойдем дальше, найдем что-нибудь интересное. И вот еще один монетос. И вот еще один монетос. Это ранний совет. Видно уже. Красный. Тоже верховой практически был. Одна сторона сухая. Даже вот 35-й год. 20 копеек 35-го года. Идем дальше. Вы посмотрите, как они выпали. Две штучки сразу. Это поздний совет, судя по всему. 74-й год, 10 копеек. И еще один поздний совет. Верховые были совсем. Ну, это тоже какая-то или трешка, или 20 копеек. Закисшие. Идем дальше. Так, друзья мои, ломлюсь к машине, потому что начался дождь. И вот мне... Сейчас перед выходом уже выпадает такое кольцо старое. Здесь раньше стояли дома еще при Елизавете, потому что в этом месте я выкапывал много елизаветинских монет. Это вот скорее всего с той эпохи еще. Вот такое вот латунное кольцо. Слышите, дождь как капает. Друзья, переехали в другое место немного. Первая находка здесь, на этом месте. У меня сейчас покажу вам. Вот такие вот часы. Точнее, все, что от них осталось. Часы, часы. Ничего на них, к сожалению, не написано. Непонятно, как часы вроде бы, а вроде бы и не часы. Что это такое? Хотя нет, стекло есть вот. А, есть стекло, есть даже циферблат, ребят. Посмотрите, сохранился циферблат. Интересно. Часы.
Сейчас давайте помою их, покажу вам. Короче, друзья, это игрушечные часы, вот такие вот. Вы видите, циферблат бумажный внутри. Поэтому они вот так странно и выглядели. Потер, ничего здесь не написано. Вот такие вот детские игрушечные часики. Вот у нас монитосик. Это у нас 3 копейки 51 года, как вы видите, сохран вообще замечательный. Гладенькая, чистенькая. Тут, правда, немного поедено. Итак, друзья, ну вот у нас наконец-то попалась империя. Сейчас мы с вами посмотрим. Это 1 копеечка. 1910 год. Я находил 1909. Ну вот теперь еще 1910. Задняя сторона. Орел. Орель. Орель выпачканный у нас. Вот такая вот монета. Идем дальше. Так, ребята, вышли в поле. В чистое. Вот. Поле. Луг, скорее всего, даже, да не поле. И вон там у Славика крестик выпал, помятый. А у меня? А у меня вот такая вот двушка, красавица. Немного ее кто-то потер. Обо что-то ее тиранули. Ну, сохран вы видите сами, класс. Листики все видны. Перья у орла видны. 1818 год. Красотка. Супер, идем дальше. Уже так, под конец дня мы уже начинаем собираться к машинам. И вот здесь, возле дороги, прям возле дороги у меня выпадает монитос. Монитос, а это у нас трёндель еще один. Я уже находил на днях такой. 3 копейки 24 года. Класс. Сигнал был слабенький, конечно. Глубокий. Ямка такая достаточно в полторы ладони. В штык почти. Ну вот. Сейчас протру. Вот я его протер. Его нужно в мыло бросать. Он в окислениях. 24 год. Вот такая вот трешка. Классно. Идем дальше.